На встрече было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, и с этой точки зрения высоко оценена значимость 4-го Всемирного форума по межкультурному диалогу, завоевавшего большой авторитет в мире. Выразив удовлетворение, что ЮНЕСКО придает большое значение форуму, президент Ильхам Алиев отметил, что интерес к Всемирному форуму по межкультурному диалогу год от года растет, и это мероприятие уже превратилось в глобальное событие. Ирина Бокова выразила удовлетворение, что ЮНЕСКО является одним из основных партнеров форума, отметила, что ЮНЕСКО, придающая большое значение этому престижному мероприятию, представила на форуме 15 различных проектов. Ирина Бокова сказала, ЮНЕСКО высоко ценит позицию Азербайджана, имеющего большой авторитет в регионе, добрые и дружественные отношения со всеми соседними государствами. Передав поздравления президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой по случаю большого успеха форума в мире, генеральный директор ЮНЕСКО подчеркнула, что Баку известен в мире как пространство межкультурного диалога.